в настоящее время отрасль климатических решений переживает большие перемены. В стране наблюдается рост строительства и промышленности, что ведет как к повышению спроса на климатическое оборудование, так и стимулирует развитие самой отрасли. Ранее Air Vent являлась специализированным разделом внутри экспозиции Aquatherm Moscow, самой крупной в России международной выставки комплексных инженерных решений. Интерес посетителей к данному разделу был настолько высок, что организаторы приняли решение с 2023 года выделить Air Vent в новую самостоятельную выставку по вентиляции, кондиционированию и холодоснабжению. Открывая церемонию официального открытия выставки, директор выставки Aquatherm Moscow и Air Vent Ольга Егорова поблагодарила за доверие и поддержку тех, кто выбрал Air Vent для продвижения своей продукции. Участники выставки – это 52 компании из России, Ирана, Узбекистана и Китая. Оценить представленную продукцию на стендах прибыли посетители из 79 регионов России и 20 стран мира. Директор выставки пожелала участникам Air Vent плодотворной работы, интересных встреч и новых важных деловых контактов. С приветственным словом к участникам и посетителям выставки также обратился Михаил Кузнецов, директор департамента машиностроения для топливного и энергетического комплекса Минпромторга. Эксперт уточнил, что департамент машиностроения для ТЭК отвечает, в том числе, за разработку и производство климатического оборудования. Эксперт надеется, что выставка Air Vent послужит высокоэффективной площадкой для налаживания коммуникации, выстраивания деловых контактов. «Создавайте и потребляйте российские продукты», – заключил он. Член Президиума научно-экспертного совета по мониторингу реализации законодательства в области энергетики. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при Комитете по экономической политике Совета Федерации Федерального собрания РФ Рашид Артиков отметил успехи в развитии выставки Aquatherm Moscow. В этом году ее выставочная площадь расширилась на 1000 квадратных метров. Выставка проходит уже в 27-й раз и не стоит на месте. Это, как подчеркивает эксперт, большая редкость. Он также поделился своими ощущениями по своему посещению выставки. «Иногда к стендам невозможно подойти, так много вокруг них заинтересованных специалистов. Активно проходит деловое общение и чувствуется живой интерес».